Видите ли, в чем дело? Соединенным Штатам Америки на Украину глубоко начихать. Но Соединенные Штаты Америки – это империя, которая устанавливает правила игры. И Псаки в который раз повторяет: ребята, запомните, есть правила игры, нами установленные. Порошенко – это хороший, все, кто с ним воюют, это плохие. И, соответственно, все остальное вам не интересно. Вот запомните, журналисты должны писать: Порошенко хороший, все, кто с ним воюет, плохие. Политики должны говорить: мы поддерживаем Порошенко и даем санкции ко всем, кто, как бы, его, кто стоит под сомнение его легитимности и его возможностей, и т.д. и т.п. Все остальное ей до лампочки. Ей совершенно неинтересно разбираться, где находится Украина, что с этой Украиной и так далее. Просто Украина – это там на карте интересов Вашингтона даже не третьестепенная, а семистепенная. Но правила, установленные в Вашингтоне, нарушать не положено никому. Сказано: мы признали Порошенко. Значит, весь мир должен признать Порошенко. Кто не признал, тот, значит, тоталитарный, недемократический, гомофобный, и все остальное режим.